3 камеры, что ли? Да, больше, да. Даже больше? Сзади? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Я вот, вот она карта, вот деньги. Вот 1300, наверное, вчера положено. У тебя потом... Правильно. У тебя потом снимут. Так она вообще даже не оплачивает. Вообще не работает. Совсем не успел. А не должна работать. Звоните мне. Слышь, что? Что? Она должна работать. Я ж прикладывал. Что за пистолет? Это камера. Камера? А нахера? Снимаю вот этот бардак. Что потом? Выложу в интернет. Бардака нету никакого. Нету. Он все... молодец, мэр города. Молодец? Что разогнал. Ты ж превышен лимит. А это что? Что? Ну это что? А я откуда? А зачем я еду? Не знаю, я не знаю. Ты сейчас заплатить не можешь, это не бардак. Ну как бог, ну а это не бардак был?
можем вот такое машины. Жаркие мысли, обнаженные ноги. Мой секси символ так влюблен в дороги. Закипел мотор, будто дышит паром. И сегодня ты будешь капитаном. Руки у руля автокорабля. Все мои приборы слушают. Снова всем здравствуйте. Вот я и проехал на автобусе 23-го маршрута от конечной до конечной, с Шолохова до Веры Соломиной. Вроде хорошо и нехорошо, но, по-моему, нормально. Я посмотрел по интернету, где мой автобус едет. Пришел чуть пораньше на остановку, сел и уехал. Есть плюсы в 23-м автобусе, есть. Но по остальным маршрутам не знаю. Единственное, валидатор что-то у них туркует. Мужик один спорил, прикладывает, а она не показывает ему, что оплату взял. Он и платить шоферу не стал, говорит, сами разбирайтесь со своими валидаторами. Матерился парнишка этот. Такой он парнишка, уже мужик большой. Молодец, говорит Кузнецов, что разогнал все эти катафалки. Я говорю, а сейчас что, лучше не бардак, что ли? Он говорит, сейчас нормально. Прикладывает карточку к валидатору, а ему он деньги с него не берет. И все, и поехал он дальше. В общем, не знаю, бабка надвое сказала. Всем не угодишь. Посмотрим, что дальше будет. Если сейчас заберут те автобусы, которые пригнали сюда с других регионов, то здесь будет
полная. Ну это. Пятая точка. Ну вот так вот. Всем пока. Мостик новый построили. Тут был полный крах. Обушка, речушка. Но не сильно грязная по сравнению с тем, что было. Шахты, что ли, закрыли? Если шахты закрыли, значит, людей выкинули на улицу. Ну, очистные точно делать не будет никто для разрезов. Значит, какую-то в другую речку, наверное, скидывают. А сколько я ехал-то? Я пришел на остановку в 10:20. Сейчас посмотрю, сколько времени. 11:23. Ну, время в пути занимает точно столько же, сколько и занимал пазик.